Добрый день, ребята. Заместитель председателя местного отделения добровольного общества содействия авиации армии и флота по городам Серпухов, Протвино и Пущино. Халтозин Михаил Викторович. День, как обычно, 1 сентября каждого года для вас прозвенит школьный звонок. Одним из вас этот звонок возвестит о начале нового периода жизни длиной в целое 11 лет. А народный праздник. В этот день мы празднуем День знаний. Праздник не только для того, дорогая Оболенская школа. Здравствуйте, участники образовательного процесса. Первый день осени. И осень уже сейчас дает о себе знать. Но настроение у всех замечательное. Погода, я думаю, нас тоже не разгонит с этой линейки. Мы собрались все вместе после хорошего отдыха, после хорошей подготовки школы, которая готова распахнуть свои двери и принять первоклассников. Для 11-классников будет особенный настрой, финальный, а каждый спортсмен на финише выжимает из себя все, что можно. И позвольте мне зачитать поздравления главы городского округа Серпухов Юлии Олеговны Купецкой. Она сейчас открывает еще одну школу в городском округе Серпухов. Поэтому школы наши растут, и дети должны получать достойное образование и учиться в комфортных условиях. Мне выпала огромная честь, и я обязательно ее сейчас выполню. Педагоги и родители, дорогие ученики, поздравляю вас с Днем знаний, началом нового учебного года. 1 сентября – один из особенных дней для каждого из нас. Это правильно. Именно сегодня для наших первоклассников начинается новая жизнь, полная увлекательных открытий, творческого поиска, перспектив и возможностей. Пусть дорога к знаниям будет интересной и радостной. Особые слова признательности хочется выразить учителям, чей труд заслуживает самого искреннего уважения и огромного. От всей души желаю всем школьникам отличных оценок, старшеклассникам-выпускникам здоровых амбиций, целеустремленности, настойчивости и уверенности в себе, педагогам оптимизма, профессиональных успехов, любви и признательности своих учеников, родителям мудрости и терпения и гордости за своих детей. Пусть новый учебный год будет для всех и учителей с новым учебным годом. Зазвенит звонок, будет первый ваш урок. Знаний, дверь открылась вам, вы ученики теперь. Мы хотим поздравить вас скоро, первый раз прозвенит звонок для вас. Опоздания будем утром прибегать. Дома ручку не забуду и тетрадь, карандаш. А забыл, реветь не буду на весь класс, на весь этаж. На уроках обещаю не суметь и не болтать. Если я ответ не знаю, буду руку поднимать. А во время перемены обещаю не шуметь, не сбивать людей и стены, не толкаться, как медведь. Подождите, мамы, папы, мы немного подрастем. Институтскую программу в школе проходить начнем. Вашим вторым домом. Мы приглашаем вас в нашу дружную семью. Школа рада. Учиться, вы школьники теперь. Мы немного старше вас и горим желанием передать для вас наказ и наши пожелания. Грызть науку на потом вы не оставляйте.
потом бывает суп с котом. Побольше вы читайте. Чтоб беседы на ковре были очень редки, не деритесь во дворе, не дергайте соседку. Будьте вежливы со всеми, старшим не грубите. Всех быстрее на перемену, мчаться не спешите. Полюбите физкультуру, в жизни пригодится. Скорректировать фигуру, накачать вам мышцы. Ты должен теперь научиться считать, писать, читать и все делать на пять. Аккуратен и вежлив будь, здороваться не позабудь. Будет здесь руководитель, что приходит утром в класс. Классные руководители пришлют вам в чаты родительские сообщения о дате и времени, на котором тоже уже на сегодняшний день размещена вся информация. Хорошего всем дня. Видите, погода тоже благотворит наш праздник. И спасибо этой небесной канцелярии, что не залила нас во время линейки. Всем хорошего дня, здоровья.
и добра.